что, ребята, сегодня самый лучший день. А знаете почему? Потому что мы на Чукотке. Сегодня прибыли, идет дождь, две радуги, красота, погода шепчет. Готовим наш катер-фрегат под названием Nord Stream. Надеюсь, спустя два года ремонта он пойдет. И мы пойдем по морю. Зайдем в лагуну, потом по речке. Общий маршрут где-то будет километров, наверное, 350 до озера, на котором ловятся трофейные гольцы. Внизу поищем крупную щуку трофейную. Но для того, чтобы туда уйти, соответственно, надо подготовить технику. Техника стояла реально там уже 3 года. Ремонтировали водомет. Сейчас вроде все сделано, но не испытано. Поэтому завтра будем испытывать, спускать на воду катер, сбрасывать, прокатимся. Если все хорошо, значит собираемся, пакуемся и идем. Идем по морю. Не пойдет по морю, значит перепрыгнем в резинки. Есть у нас две резиновые лодки, 4.30, 5.50. Пойдем по нашему плану, намеченному на резиновых лодках. Ничего нас не остановит. Отделяем зерна от плива. Здесь тоже куча снастей за длительное время собралась. Сейчас выберем то, что нам надо, потому что все брать точно не будем. Перебор. Это для троллинга? Не, это для ловли заброс. Единственная беда в том, что, похоже, в этот раз мы пойдем в другие места. Там такой, таких глубинных углеров будет не надо. Но 1-2 на всякий случай возьмем. Того, что надо, и того, что не надо. Условия разные. Это я здесь чайник первый раз. Гущин, тебе мех нужен. Мех нужен тебе на блесна. А вон, мужики здесь ловят регулярные, постоянные. Поэтому у них набор здесь придумал. Мам не говорит. Единственное, надо сейчас четко определиться. Жабы сейчас наверху. Поэтому поверхностный. Голец. Понятно все. Вот этот вот непонятно, зачем здесь нужно сейчас. Сейчас тут точно не нужно. Потом, скорее всего, тоже. Гонторед. Вот. Гонторед, кстати, работает здесь. Хорошо работает гонторед. Давай, прямо! Ну что, стоп! Стоп! Все. Ветер попутный. Штили много, ветра мало. Погода была, что под кольчас. Тихо, спокойно, солнечно, тепло. Можно загорать, купаться. Мы когда на Чукотке, мы всегда загораем и купаемся. И немножко кормим комаров. Но комаров будет много, вы их увидите.
Если нам сейчас повезет, мы поймаем камбалку. Если нам не повезет, мы не поймаем ничего. Это у нас также шезлонги, солнце, ветер, море. Пойду-ка прилягу. Что у нас будет? Мясо осталось, думаю, заделаем его плов легкий. Плов? Пловчик. Плов хорошо. Плов это жирно. Третьи сутки. Сидим на мысу, потому что ветер совсем слабенький. От 12 до 20. Говорят, что сегодня было даже больше, не знаю. Короче, вот эти метры секунды не дают нам уйти никуда, ни обратно. Точку старта не туда, куда хотели. Выйдем сеть и ждать погоды. Ну и, соответственно, кушаем, спим, спим и кушаем. Какой запах. О, божественно, божественно. Спасибо, хорошо. Видишь, рисинка к рисинке. Морковочка к морковочке. We'll be right back.
прошли? Нет, пока не прошли еще. Где-то процентов 40, наверное, прошли. Красота неописуемая вокруг. Вообще странно, огромное озеро и полный штиль. Очень непривычно. Добрались. Откуда все начнется? Из радостного только одна хорошая новость, что мы скоро поедим. И все будет отлично. Пока палатка и шатер не стоит, радостных новостей нету. Как только палатку поставим, шатер поставим, стульчики поставим, поляну накроем, удочки соберем, будут радостные новости. Через неделю после посадки в Анадыре мы наконец-то добрались туда, куда хотели. Вперед! Свежие следы лося, выходил на водопой, еще видите, вода даже не запеклась. Ну здесь вот смотрите, они свежие. Ну утром, наверное, выходил водичку попить. В чем лось? Медведь, они друзья. Вот выходной след, заходной след. А, ну вот и медведь, кстати, вот я смотри, а за ним медведь ходил, вот, достаточно свежий след. Ну такой средненького размера-то, для масштаба. Ну вот тут короткий след. Вот это свежий след, еще смотрите, вот трава. Свежая трава, и она примятая, то есть как бы вот примятая травка, то есть это вот буквально там на сегодняшний, скорее всего, след. За лосем причем.
Да. Да. Алексей Николаевич, что там первый поймает-то? Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ну и что-то мало. Короче, на выборке. Ну не совсем. Вот это уже зачет. Суперские щуки. Самый вот диетический размер, можно сказать, как раз вот. Больше не надо и меньше. Ну вот прошел наш первый день. Силы есть, уху готовить нам не лень. К сожалению, на костер сил не осталось, поэтому вот так по-простому, в тесном кругу друзей будем ставить эксперименты, не то что эксперимент, уже годами отточенный навык, и сварим ее, и она будет хорошей. Как обычно мы поступаем с рыбой, когда мы ее ловим и делаем из нее уху. Значит, мы делаем классическую там, двойную тройную уху, но в данном случае двойная, голова и мясо. Потом мы вывариваем полностью, как бы вот уже мясо свариваем, чуть его перевариваем. Значит, в ухе только кружочки морковки,
и только немножко лучка. Ну, там и специи, понятное дело. Достаешь мясо из ухи, из бульона. Мясо снимаешь с костей, разминаешь, превращаешь это в паштет. У тебя получается паштет, который ты потом спокойно добавишь, что немножко лучка обязательно. Вот лук репчатый туда обязательно, небольшими кусочками. Дальше ты вот этот вот паштет намазываешь на хлеб и запиваешь бульоном из плошки. Вот это правильно уха. А все остальное это извращение. Никакой картошки, тем более никакой крупы и никакой другой гадости. В общем, сегодня будем возвращаться. У нас будет отличнейшая уха, без всякого паштета, с юшечкой, в которой будет плавать и моркошечка, и картошечка. И все будет вкусно. И рыбу, кстати, мы не будем переваривать, потому что лично, на мой взгляд, это полный бред. Рыба должна быть альдента и сохранять свой вкус. Поэтому будет хорошо. Немножко перца для извращения. В следующий раз что-нибудь наловим отдельно и будем делать уху без всякой картошечки. Как раз вот с дозой на литр 100 грамм водки обязательно. И с главной. И с паштетом. Фига себе, 100 грамм водки на литр. Ну, вообще-то так и добавляют. Так сюда бутылку надо было влить тогда. В такую плоскую, да. Нормально уха получилась. Так, вынимаем голову. Вот. Оставим их для любителей пососать кости. Я к ним правда не отношусь. Вот. А дальше сейчас Санька будет закидывать уже рыбку, моим руководством, которую будем кушать. Не-не-не, это Сашкина уха. Бульон это самое как его. Стараюсь. Это Сашкина уха.